Вечером 16 января в центре города произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и еще трех автомобилей. Есть пострадавшие. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера поздно вечером. Троллейбус 7-го маршрута ехал по улице Троицкая со стороны Преображенской в сторону Ришельевской. На зеленый сигнал светофора троллейбус проезжал перекресток с Екатерининской. В этот момент в его правую заднюю часть врезался ехавший, как утверждают свидетели, на красный свет светофора Hyundai Sonata. Удар был такой силы, что многотонный троллейбус отбросило на припаркованные автомобили Mazda и Renault. После столкновения электротранспорт вынесло на тротуар. Каким-то чудом водитель троллейбуса сумел избежать столкновения со зданием и деревьями. В результате аварии водитель Hyundai Sonata получил телесные повреждения. Ему оказали помощь приехавшие медики. Как сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Одессагорэлектротранс», троллейбус ехал в депо без пассажиров. Водитель не пострадал.